Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами мастеров Кобаяси Кокей Кумова Камару. 1907 год. Шелк краски вертикальный свиток 124/50. 13-летний герой Кумавака, отважный, хитрый, наблюдательный, впервые упоминается в записях 14 века, хранившихся в одном из японских монастырей. Во время междоусобицы отца Кумаваки казнили, не разрешив перед смертью видеться с сыном. Юноша решил отомстить. Дождавшись непогоды и момента, когда слуги ушли спать, мальчик пробрался в дом убийцы отца, но у него не было оружия и пришлось завладеть мечом спящего. Однако слишком яркий светильник мешал подкрасться незамеченным. Кумавака обратил внимание на мотыльков, летящих на свет, и неслышно раздвинул двери. Стал ждать, когда мотыльки загасят светильник. Пошарив рукой в изголовье и обнаружив меч, герой подумал, убивать спящего все равно, что мертвого. Пнув ногой подушку, он разбудил врага и пронзил его большим мечом. Тот успел вскрикнуть, стражники всполошились и бросились в погоню, чтобы преодолеть ров, окружавший усадьбу. Кумавака забрался на ствол бамбука, что рос рядом, наклонил его верхушку и с легкостью осилил препятствие. Этот момент и изобразил художник на своем произведении. Любопытно, что поведение Кумаваки соответствует тому, что зритель знает о ниндзя. Ну, вот такое описание к работе Кобаяси Кокей Кумова Камара 1907 года. Работа «Шелк краски. Вертикальный свиток» я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.